Привет всем! В данном уроке мы разберемся, как сменить экран приветствия в операционной системе Windows 7. Для этого нам понадобится такая программа, как Windows 7 Logon Background Changer. Скачать ее можно вот с моего сайта comprofit.com. Я ссылочку на программу скину в описании к ролику. И давайте немножко разберемся, как с ней работать, с этой программой. Вы просто распакуете архив, установите ее. Запустите файл Enable Background Change CMD, и на этом установка ваша закончится. Далее вы запустите программу. Тут наверняка будут какие-то стандартные картинки, но которых вам не хватит. Что делать в том случае, если вам понравилась какая-то картинка, а вы хотите ее сделать экраном приветствия? Давайте я покажу, что для этого нужно. Вот я создал на рабочем столе папку «Экран приветствия», она сейчас пустая, и я хочу наполнить ее какими-то картинками, которые после мне будут служить по очереди экранами приветствия. Или я одну картинку возьму, или несколько, не важно. Я захожу на Яндекс.Картинки просто и клацаю, какие мне нравятся картинки, чтобы я потом сделал из них экран приветствия. Вот такой неплохой экран приветствия. Вот неплохой. Давайте я его сохраню. Кликаю правой кнопкой мыши. Выбираю сохранить изображение как. Здесь ищу свой экран приветствия папочку. Сохраняю. Иду дальше. Такое мне понравилось, допустим. Кликаю правой кнопкой мыши. Сохранить изображение. Сохраняю. Иду дальше. Так, вот это красивое было. Сохранить изображение как. Сохраняю в эту же папку. Дальше иду. Котенок. Как я мог его пропустить? Сохранить изображение как. Сохраняю. Дальше иду. Давайте вот это сохраню еще. Так, и все, хватит мне 5 штук. Не будем терять время ни мое, ни ваше. Запускаем программу Windows 7 Logon Background Changer. Нажимаем кнопочку Choose a Folder. Идем, ищем свою эту папку «Экран приветствия». Нажимаем ОК. И видим все эти картинки, которые я только что насохранял. Либо у нас такой может быть экран приветствия, либо такой, либо такой, либо вот такой, либо вот такой. Себе вот такой оставлю, нажму кнопочку Apply. Нет, все-таки котенок, вы знаете, все-таки котенок. Нажму Apply. Все, у нас поменялся экран приветствия. Теперь после каждого запуска операционной системы Windows у вас будет вот такая картинка. Не, ну у вас своя, у меня котенок. Неважно. Пользуйтесь данной программой. Она абсолютно бесплатная. Всем спасибо за внимание.